Ты не боишься потерять свое состояние? О нет, я боюсь всего трех вещей. Это пауков, за то, что они мерзкие. Отсутствие интернета, когда выходной. И велосипедов, потому что в детстве меня покусал бешеный велосипедист. Какой-то глупый страх, тебе не кажется? Да, наверное, в чем-то ты права. Я же уже не ребенок, чтобы бояться пауков. А если на нас нападут хулиганы? Я защищу тебя, я ведь мужчина. Так романтично. А, велосипед! В смысле? Ты в порядке, детка? Ну? Как прошло? Странный он. Любит игры с переодеванием. Разве это странный? Еще как. Ну, я думала нормально. Нарядилась школьницей. А он провел урок литературы, поставил 2 за неправильный анализ Достоевского и вызвал родителей в школу. Больной ублюдок. Вот-вот, а ведь казался порядочным мазохистом-извращенцем. Если ты не хочешь спешить, я не против. Должна же в отношениях быть какая-то романтика. Это другим парням важен секс. Лично мне интересен твой внутренний мир. Обязательно при этом держать меня другой рукой за грудь. Ладно, едем домой. Надо сказать подружке. С ней уже говорит мой брат. Это как это? Это ртом это. А, вот как это работает. Иногда я думаю о наших отношениях. Что если однажды я тебе надоем, и ты меня бросишь? Малыш, ты для меня как тарелка для гречки. Пара недель на тебе, и я не отлипну. Ебать красиво. Нифига себе. Блин, ты только глянь. Потрясающе. Буквы прямо на бумаге. Это не с планшетика читать. И почему такое раньше не изобрели? Я же уже говорил. Я безнадежный романтик. А романтиков обидеть может каждый. Чтобы ты знала, в глубине души мы очень тонкие и ранимые натуры. Наши чувства подобны хрусталю и... А ну отошли от машины, уроды! А это я называю комнатой боли. И для чего она? Я захожу туда, чтобы испытать боль и унижение. А, там типа всякие плетки и наручники? Нет, там уже третью неделю живет твоя мама. Солнышко, пробовать что-то новое? Это нормально. Не надо бояться. Раньше я никогда не летал с кем-то на вертолете, не спал с кем-то в своей постели. А тебя раньше никогда не стегали хлыстом по жопе в костюме Индианы Джонса. Понимаешь схему? Ух ты, пианино! Сама ты пианино! Это рояль! Что за бескультурщина, блять? Анна, я должен тебе кое-что сказать. Чего? На самом деле, я миллиардер, бессмертный вампир, по ночам превращаюсь в волка, и я люблю тебя. Ой, я тебя люблю, дружище. Эх, мне бы такого парня. Да, пойду застрелюсь. Итак, контракт отношений, пункт 5. Ежедневный секс меняем на високосный. Использование игрушек неприемлемо. Позу 69 тоже вычеркиваем. Оральный секс? По праздникам. Анальный секс? Не в этой жизни. Поцелуи. А вот это? Думаю, можно. Ну и нахрен ты мне нужна со своими поцелуями, когда у меня есть Oculus Rift, интернет и банка Pringles, забитым в нее полотенцем и резиновой перчаткой. I'm sick of that, I'm sick of that, you're all I need to see.